Итак. Так, ну что, ребят? В общем, смотрите, посмотрели на Ютубе, что эти батарейки могут взрываться и тому подобное. Сейчас хотим попробовать его вскрыть, посмотреть, что внутри и тому подобное. Есть, кстати, там какой-то элемент, который бросаешь в воду, и он может гореть просто своей... Короче, посмотрим, сколько вообще... Он воспламеняется в воде. Да. Сколько вообще в нем вольт. Слышу. Ну, я же тебе сказал, это банки замкнутые, пизда. А, нет, он показывает 1.5 вольта. Да, все, ей... В общем, 1.5 вольта. Теперь начинаем ее вскрытие этой батареи. Кстати, взяли огнетушитель на всякий жарный, пожарный. Техника безопасности в первую очередь. Да. Блин. Хочется, конечно, все сделать побыстрее, потому что аудитория все время просит. Очень все быстро и все сразу. Чтобы все взорвались и тому подобное. А металлическая оболочка. Так. Что делать дальше? Здесь металл. Так, ну, судя по всему, короче, нам надо вот этот клапан, короче, вскрыть. Так. Верхний. Значит, нам нужно... Пока поставим на паузу. Жесткая литерерия.